их едите, это достаточно в какой-то мере даже трагедия, что «Металлист» не будет играть в Лиге Европы. Согласен с этими словами? Не согласен, это для всех нас большая трагедия, потому что хотелось пройти дальше и ощутить то, что в прошлом году как команда играла в Еврокубках. Ну, мы очень плохо играли и, можно сказать, по игре не прошли. Можно ли сказать, что после 25-й минуты команда поплыла просто после этого? Ну, просто таки нелепого гола, потому что Штурм до этого просто ничего не показал. Ну, где-то, наверное, с какой-то стороны, да, потому что до того, как они забили, мы доминировали на поле, а потом этот гол надломил нас, и как-то, не знаю, растерялись или что. Ну, сложно говорить, мы должны были вытягивать в любом случае эту игру, и жалко при своих болельщиках так сыграть, и вообще, что Украина осталась без команды Еврокубка, очень обидно. Джонни не винит себя за игру? Ну, это футбол, бывает разные, у каждого ошибки, просто нельзя делать, жизнь продолжается, еще раз, очень обидно и неприятно. В момент на 88-й минуте ты упал там в штрафной площадке. Я оставил корпус, надо смотреть, То, что защитник мяч не сыграл, это точно. Надо еще раз смотреть, как мне показалось, он зацепил меня. Надо смотреть повтор. Можно ли сказать, что есть некая доля процента риска, что «Металлист» может сейчас попасть в психологическую яму, в чемпионате уже не будет такой мотивации, ведь нет игр в Еврокубках, на которые «Металлист» в прошлом сезоне настраивался очень сильно? Ну, сейчас ничего не остается, как только настраиваться на чемпионат и на Кубок Украины. Будем выходить с этой психологической ямы и все силы отдавать чемпионату и Кубку. А вы сами чувствуете, что есть какая-то яма? Или просто такая игра, вы новые все игроки? Она не должна быть игра бы супер сейчас, потому что вы играете все вместе 2 месяца. Никто с вас не может требовать такой игры, как вы показали в прошлом сезоне, потому что вы пока не сыграны все. Ну, есть люди, которые 2 недели... Ну, то, что не сыграно, это однозначно. Ну, правильно, есть же, вы согласны с этим? Согласен, конечно.